Опа! Снимает. Вот, смотри, вот ты. Ближе ко мне подойди. Ближе подойди. Вот ты, вот. Тебя видно. Привет. Привет. Где? Ну зачем мне? Я не понял. С этого момента поподробнее давай. Я не понял. Все, давай, бегай. Нет. Как нет? Ну, смотрите, будем играть напарники с флот. С Аделиной. Кейсер. 228. Где есть какой-нибудь канал? Да. На Ютубе есть? Да, у нее есть. Ты ее снимаешь? Да, она снимает. Да? Как называется? Не скажи. Давай не говори, а мне покажи просто. Чуваки, кстати, кто не видел, у меня вышел фильм. Кто не смотрел? Mm-hmm. У меня вышел фильм. Сейчас, а как? Стоп. Вот. Сейчас. Во. Вот вы. У меня вышел фильм. Если вы не видели, я вас убью. Короче, у меня вышел фильм. Вот он. У него нереально онлайн, типа 6 просмотров, 2 лайка и 0 комментариев, как бы, за 6 часов. Кстати, всем спасибо за поддержку, типа, то, что у меня, вы подняли мне онлайн, очень хорошо даже. У меня он так взлетел, прям очень быстро, так неожиданно. I've been in the heel just superstar. Не понял. Не понял. Не понял. Я не понял. Что это было? Не могу найти. Молодец! Нечего сделать. Я знаю, что нас. Опять тебя снимаю, смотрела. Эй! Забирай ее! Забирай ее! Не, ну, Аделина, мне неудобно сидеть, мне неудобно сидеть. Аделина, пошли. Все, Аделина, я буду видео записывать. Ну, пошли, пошли искать эти люди. Короче, если вы... Она со стены, если что, приехала. Хомяк этот, хомяк. Приехал со стены, а он ниоткуда не приехал. Он в Караганде живет. Да, он живет в Караганде. Я в остальном. Ну да. Все, давай, Аделинка, отходи. Нет. Мне неудобно сидеть так. А я сижу на пуфиках, мне работают. У меня пуфики. Ты не знал, у меня отжали стул. Я теперь буду сидеть на пуфиках. У меня отжали стул, потому что. Я надеюсь, у меня не будет никаких лагов. И катка пройдет нормально. Привет. Я же плакался. А что у меня по 2000 стоит, я не понял. Не понял. Они соседи? Я говорю, что... Я боюсь, они даже... Это кто, боты? Да. А, можно одного бота убить хотя бы? Не надо. Надо. Сложно с ним. Ага. Ты не справишься с этим. А, побей. Да. О, ну вот. Ты же профессиональный игрок. Mm-hmm. Давайте прострел. Хотите прострел сейчас сделаем? Да. Мне... Снова стекло. Но снова седая ночь. Она я. Знаю, седая ночь. Я все твои таи. Знаю, седая ночь. И только ей сейчас ночь умрет. Нас обходит черт, я знаю все его тайны. Ты что делаешь, не трогай. Вот видите, пришел человек, начинает мне мешать. Ага, ты же... Оторвите мне руки! Все, оторву тебя руки, если ты... Серьезно? Я дигл не беру в своей жизни больше, никогда. Все, дигл не брать. Дигл... Продаем дигл. За 12 тысяч.
О, да, стоит 2000, я же, конечно, стрелять умею, я его уже изначально поставил. Ну ладно, как бы. Ну типа, чтобы... Кстати, мне никто в комменты не написал про... Ты играешь не с помощью, ты играешь по 2000. Как мне теперь понять? Иди туда на кровать сядь. Потом, а она же снимает уже именно в Ютубе? Чё? Ты что, прямой эфир в Ютубе делаешь? Нет. Да. Я потом смонтирую его. Понял? Понял. Нет, именно понял. Не понял, а понял. Понял? Понял. Вот этот... Нифига себе, у него сальтухи мутит. Это как у Мармока, помните, нож бабочка, типа? Как он должен правильно работать. Да не садись, ты ко мне запарил. И снова седая ночь, ты сейчас получишь по лицу. Меня сейчас убьют. Нет. Зная беги. Седая ночь, беги, беги. Все твои тайны. Такая тишина. Эпс. Вон там, пацаны. Лю скилл чекайте. Либо меня убьют, либо я убью. Мне кажется, его убьют. Мне кажется, меня убьют. Да, я так чувствую. Да ты по-другому сказал. Ну, а я что сказал, что тебя убьют? Ты сказал, что он умрет. Ладно, давай. Как ты тут? Я не понимаю, где. Где он будет? Ну ладно, опять как бы, ну... Дигл. Ну ладно. Ты сказал, что Дигл надо продать. Я его не покупал, я его нашел. Ну нашел. Где, сука? Let's go, fellas. Сейчас я поймаю кого-то, 100%. Только не попадай. Самое главное, чтобы кто-то вышел. А это никто не выйдет. У кого-то молик в руках был. Я слышал это. Ты где? Он да, на это вышел. Почему у меня тиммейт дурачок какой-то, ничего не смотрит? Возьми гранату и кинь. А, ты уже его убил. Знаешь, ты так легко говоришь. На слушай выполнить. А я не знаю, что мне делать. Ну взял мой командный номер. Ты чё? Это... У меня нет бомбы. Кровный номер. Ну вот эту флешку туда. Да ты запарил, Ратмир, что ты мешаешься? Сиди там, кровный номер. У тебя вообще КС нету, кровный номер. Ты тупой, ты как его пропустил, ты... Кто я считаю, что поляки дауны? Лайк ставьте, пожалуйста. Раздражают меня уже эти поляки ваши. Не играйте с поляками. А нет, я? Лучше с американскими или с русскими? Вообще ты не мешаешь. У, салам. Майнус 28. И куда он пошел? Найс нашему хае прилетел. Забери его, ну, пожалуйста, найс. Найс, найс, good job. 24-0. M41, please, yes, thank you. Что ты сказал? Возьми АФП. И денег на АФП. Я думаю, МК там, мне нравится. Все-таки поляки не такие уж и плохие. Он дает мне дроп, знаешь, что неплохой. Да, парни всегда так. Поляки они. Да ты не играешь, кстати, нет квест, ты даже не знаешь, что, почему поляки плохие. Курва матка, стюпит душка. Русская водка. Русская водка! Мамис найти вон. Минус 91, чуваки. Такое се. Я вообще такое се. Там 9 хп. О, пришла! Видите, смотрите, у нас какой круг. Сейчас просто день рождения моей младшей сестры. И пришли все. Родственники. Родственники. Родственники в майках. Ты можешь... А вот такого они даже не ожидают. Он снимает. Эй, Аделинка, отойди. Он снимает прямой... Он пытается сделать прямой эфир. Это был бот, вы понимаете, как все плохо? Да, вот так. Майнус 72. А... Один бот, а один... Мир же теперь сразу не буду, да?
один бот и один настоящий игрок. Потому что понятно. Давайте. Помогу вам сделать свой коронный номер. Ну давай сделай. Если не получится, тогда напишите комментарий. Да. Получится. Да ну! Какую? Он тоже запикать решил. Он угадал, что у меня за коронный номер. В нашем 6 хп он не вывезет. Или вывезет. Кто знает. А, с ботом, конечно. Кстати, за вебку лайк ставьте, пожалуйста. Я долго ее настраивал. И она все равно ужасного качества. Кстати, кто ждет реванша с желанием в челлендже? Кто ждет? В комменты пишите. Кто ждет реванша? Мне кажется. И кто думает, кто выиграет? Потому что в прошлый раз я прям лоханулся жестко. Ребята. Да, Лиза. Ча. Не мешай. Ну что, в прошлом, например, матче я очень лоханулся. Ой, вы уже, кстати, есть. Набрали, да, нужно поставить лайки по тем видосам. Ты сдался? Где Дрик? Да, он сдался. Уходи. И где вы были? Да уходите, пошагу, не везете. Они еще раз туда спрятаются. Дилару, уйди. Да вы запарили. Я видео снимаю, отвалите отсюда. Вот он, эксперт, вот этот человек. Ну все, видишь, я его у вас выкупил. Теперь он у меня видео снимает. Да, мы все снимаем. Вот снимаем. Все, уйдите, пожалуйста, все. Нет. На время. Да, на время, потом придете все равно. Не-не. А, хорошо. Волосы 100% выйдет вон там. Это не флешка. Нет? Что это? Это флешка от тебя. А кто дал? Ты тупой, дал! Ты дал! Он стоял, смотрел и просто пропустил его! Он меня продал! You are very stupid, man, very stupid. Он просто его пропустил, на, умри его! Если он сейчас выиграет, я буду кричать. О, господи, у них тоже дал какой-то. Ладно, идеально. Ну теперь повезло этому. Зачем он меня продал? Просто взял как это? Потому что... По дешевке. Потому что, не знаю. Ты думаешь, себя не видишь, что будешь бегать справа налево там? Что? Сейчас будет профессиональная флешка. Вот она, вот такая флешка. Скорее всего, он не пошел. А я вообще... Нет, Б. Тут одна точка. А. Идеально. Я не попал. Ну там один человек. Это настоящий тебя убил или? Настоящий. Мне кажется, он не выиграет. Это просто, я не знаю, бустер-поляк. Бустер-поляк, хорошо. Ладно. Все, уходи, я хочу сам. Давай, пока. Ладно. Ладно, все, снимай. Выкинь меня просто. Нифига себе его выкинул, он просто взял и сел на ковер. Ну не видно же меня на камере. Ну блин. Он просто сел на ковер. Он просто сел на ковер. Ювентус 2-0 Джену все равно. Пацаны. Где? Цепипец. А кто ты знаешь, что... Фулхам Ливерпуль сейчас играет 20-15. Мне кажется, точно. Барселона выиграла. И он это все знает. Барселона прошла, да? Да, она. Кстати, просто... ваши ставки. Пройдет ли Аякс Ювентус и повторит ли он сказку? Ты сказал, уйди отсюда! Конечно, нет. Аякс может пройти Ювентус. Типа, они очень так зрело играли. Они молодые, неопытные, но все равно типа они играли очень зрело для своего возраста. Еще в комменты напишите, заслуживает ли De Ligt звание Golden Boy, да. То есть. Кто видел, что игра нашлась? Вот хоть один человек видел? Нет, вот значит не было. Таймерлан, Куркей, почти ди... О, мы можем добить сейчас этих. Нифига себе у меня тут.
У меня может быть 90 побед скоро в Байт 2. Хотите, я 5 на 5 нарезки буду делать? СММ. Много времени надо будет уходить, но я буду делать. Кто хочет. Короче, судьбу моего канала постричают комментарии. Не трогай вещи с моего стола, что ты делаешь? Это мой это телефон? Это мой магазин. У меня есть. Ладно, ну так, да. Есть мечки. Что, почему у меня? Просто игра сама такая, типа, ну, я как бы, да, ну. Еще напишите, увеличивать ли мне вебку по размеру. И где она должна находиться, да? Потому что у нас есть варианты слева сверху, справа сверху, справа ниже, и лево и слева снизу вообще ставите. Или посередине, то есть напишите. Или просто каждый раз типа по-разному. Ну все, вам никуда не деться, как бы. Ну, чуваки, как бы. Опять Инферно, найс. Инферно, кстати, очень топовая карта, например, для игры в 2 и 2. Очень хорошая карта, да, 2 и 2. Бла-бла-бла. Серьезно? Я знаток Галил, что я с ним вообще не играю? Фига ли я знаток Галил? Нужен вон там в голову. Тупо нужен хэд, да. И все. У меня плюс прострел, плюс жизнь, плюс все. Найс, мне дали по голове. Фейклоу! Тупая песня, я просто Стив Принца посмотрел ролик. Где он слушает что? Самую худшую музыку. Типа, не обижайтесь, но кей-поп это ужасно. Я не знаю, типа... Они все на девочек. Да, русские. Они все на девочек похожи. Все на девочек, просто все похожи. Или на транс. На торты. Что у него? А парты, знаешь, у него инфа? Он сам себе дизинфу дал. У него минус голова у него. Я первому хорошо повесил. Remember, this isn't the killing house.
Антипушевый ХЕ. Одного муха. Я слышал. Я что-то в словах начал путаться. Да господи, помоги! Спасибо. Блин. Я просто унижаю, чуваки, я не знаю. Как я всю спальню забрал, я без понятия. Как бы мне давайте без претензий. Тут виноваты мои руки, я в этом не виноват. Нет, я дал! У меня просто не хватило бабок на броню. Ё-моё! Помоги мне, пожалуйста! Его не было, когда я бежал. Мог со мной побежать. Справа. Найс у нас чувак как бы в команде у меня. У меня походу катка на понижение будет. Вот это. Он копил на АВП. Наш симпл сейчас возьмет АВП и начнет тащить. Я уверен. Все, можно? Я его снимаю. Ну, я хочу с собой тоже поснимать. Что, побежать? Мне молик дали. Что он выйдет? Я... Серьезно? Меня в смог забрали. Да им, чуваки. Ну и нет, это типа я не уверяю. Но есть шанс на это еще какой. А может рискнуть? Вот. Сиди на базе, жди их. Сам жди. Ты герой, сейчас придешь, начнешь. Сейчас они терроризм. Как будто... Героиня. Героиня, богиня. Тум 2. Один вышел. Он запарил уже. Что? Ты ему хоть раз попал в него? Молодец. Я... Давай, 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 давай. Чего за отмазки тупые? Ты уже не отмажешься, ты просто вкакал нам раунд, пиздец. Я просто тиммейт даун, я не знаю, как играть с таким. Да я попасть не могу еще, кто из нас даун, походу. У меня двое. Подожди. Попробуй. Хотя бы. Да нет, Радмир, ты запарил. Вот, и не, я не снимал, все было нормально, ты меня вообще ни о чем не спросил. Господи, я думал, я не убью еще. А было бы 20 патронов. А, 2 ВП, найс. А почему я не забрал его? О-оу, Return Lord. Да ты тупой, баран! Не тиммейт, аутист с моей стороны есть. Хорошо, я буду стоять как аутист и не еду. Ничего не делать. Да, ничего не делать. Что за такие идиоты? Светодиоды. Были такие? С твоей стороны кто-то в тех аяке. Надо было хотя бы убить его. С моей стороны. С моей стороны никого нет. У меня нет никого. Да слизь с меня, ты запарил! Ты чё на меня сел? Ой. Да, да, упал! Зачем мне просто так толкать из-за какого-то видео? Ты на меня сел, ты тупой! Ну совсем. Ну, я, ну как бы, я просто сижу, отдыхаю. Ладно, хорошо. Пацаны, я отдыхаю. Сижу на дяде просто. Чё нет? Я отдыхаю. Я уже застрял в стене. О, господи, блядь. Сюда, даун. Да ё-моё! Ты попал в него? Ты скажешь, нет. Ты в него попал, нет.
Если он молчит, 100% в него не попал. Господи, у меня тиммейт года просто. Он ничего не говорит, страдает фигней. Да это АИМ, это бухая АИМ просто. У твоих причем. Тупо у двоих. Сейчас знаю, что когда он сольется. Никита Про. Никита Про 100 дал. Играй на время, зачем? Хорошо, хотя бы бомбу советовал. А он этот не будет диффузить. А он все равно задиффузит. Слышь, он задиффузит 100%. Хотя ты. Нет, он не задиффузит, что? Он тупой? Он. Он специально окей, найс. Он дает нам шанс на камбэк с моим тиммейтом за камбэч. Это нужно быть гением просто. Или символом. Чтобы с таким тиммейтом камбэчить. Кстати, а как этот чел так быстро дошел? Стоп, мне что-то смущает. Почему он так быстро добрался до меня? По идее, нам-то быстрее идти. Он уже попустил. Конечно! Ты тупой! Никита Про! Ты Никита Дау. Да он как будто подрубил, я не знаю, что он делает. Он как-то убил. У него пули в одну точку летят, они даже не двигаются, то есть там разброса никакого нет. Его... Никита Про 100 подрубил. У него особенность 0. Господи. Короче, если хотите, подписывайтесь на мой канал. Можете не ставить лайки, потому что тема идет дауна. Всем пока.